вообще попал! Отдыхает Юрий Рымский. 91 года рождения. Представляет город Черкассы, ДЮСШ «Вулкан». Боксом занимается 2 года. Спортивная цель Юрия – стать мастером спорта. Кроме бокса увлекается кикбоксингом. Тренируется под руководством тренера Игоря Еременко. Бой окончен. Боковые судьи определили победителя за эти 2 раунда и передать записки главному судье.
приготовиться к выходу на ринг последней паре боксеров нашего дня соревнований. Владислав Бойко, Спартак, Олег Корнет, Корякинный. В 15-й паре ввиду болезни Липатова победа присуждена Михаилу Алексееву. А в этом бою победу одержал Сергей Карченко.